деле вторужие Desert Eagle 10 рублей в день. Блять, это как, сука, так, решил по Dark Souls видео записать, начал недавно играть. Вообще жесточайшая игра, на самом деле, вы не обращайте внимания, там лаги будут, это просто из-за записи, да? Так, в принципе, когда я играю, у меня нормально, вот что характерно идет. Это четвертый, если я не ошибаюсь, да, четвертый босс, вот, мага, магического направления, первый босс, который именно с магией нас атакует. Ну, это пиздец, как и любой другой босс. Для меня самый легкий босс был второй. Я его буквально со второй попытки завалил. А вот этот пиздец, вы сейчас увидите подборку моих моментов, я где-то раз 8 сдох на нем. Ну, это кажется бесконечностью. Да, на самом деле это несколько минут. Кажется, как будто бесконечность целая проходит, прежде чем ты босса убьешь. Самое простое это в начале. Мы просто подходим. Видите, как я, собственно говоря, со всеми дерусь. Смотрите, подходим. Видите, и зажимаем его, просто как в CSGO, блядь, просто в зажим, зажимаем. И смотрите, когда у него полоска меньше хп опустится, да, как у любого другого босса, у него начинается трансмагификация, так сказать, то есть вы сейчас увидите. Далее, это буквально моя где-то вторая попытка или третья убить этого босса, сейчас увидите. Смотрите, видите, у меня фляжка с эссусом чуть-чуть уже прокачана. Сейчас увидите. Буквально... Ёб твою мать, нахуй. Вот-вот, я там матерюсь, потому что я решил не отвлекаться, то есть я звук накладываю. Сможете там за кадром услышать, как я ругаюсь. Вот, видите? Смотрите, у врага хп уже меньше половины. Так, такая музыка мрачная, как бы обращаете внимание, да? И теперь смотрите, наблюдаем. Видите, у него появляются копии у босса. Тут самое главное найти именно того босса, который нам нужен. Главное, это тот, который фиолетовой магией кидается, видите? То есть, те, которые сосульками кидаются, синей магией, это не наши, вот. Вот этот главный, а то копии. И, собственно говоря, мы среди всех боссов находим истинного, да? И бьем его, как я сказал, который фиолетовой магией кидается. И при этом копии убираются. Босс все время будет перемещаться. Теперь смотрите, ждем и ищем нашего. Наш справа в данном случае. Опять же, идем к нему. Хилимся. Сука, он попадает, какой-то снайпер, блядь. Видите, я даже щитом не прикрываюсь. Просто на пробеле, ну, бегу на всей скорости. На шифте, так сказать. Опять же ждем. Опять выслеживаем. Опять справа, видите, справа наш. Мы на копии внимания не обращаем. Всё, видите, видите, да, я там за кадром чуть мышь не разъебал. Давайте опять попытка намба 4 или 5 уже. Окей, окей, окей. Все нормально. Попытка намба 6 сейчас будет. Давай. Притом, ведь костра перед боссом нету, да? То есть к боссу еще бежать приходится, как вы понимаете. Давайте, попытка, попытка намба хер знает какая. Давайте опять заходим и зажимаем. Знаете, что характерно в этом боссе? Я всегда погибаю, видите, попытка намба хер знает сколько. Я погибаю именно перед смертью босса, всегда. Дохну именно перед тем, как босс сдохнет. Вот меня это выбешивает, пиздец. Я чуть клавиатуру не сломал. Мышь я, кстати, уже сломал на этой игре. Окей, вот клавиатура еще держится как-то. Притом это только четвертый босс, обратите внимание. Давайте, давайте дальше. Заметьте, у меня где-то 10 тысяч душ накоплено. Заметьте. К этому моменту. Мне просто их подобрать надо. А так, да, уже где-то 10 косарей накоплено. Опять за колоннами прячемся. Приближаемся к боссу. Можно щитом прикрываться от магии. Или просто за колоннами прятаться. Вон, видите, души мои валяются в стороне слева. Просто подходим и зажимаем, видите. Очень быстро сейчас босс от нас съебался. Видите, да, где-то 10 косарей. Я не очень хорошо вижу сейчас на записи. Около 10 косарей. Он все время перемещается, этот босс.
Я решил видео, сразу скажу, не записывать по всей игре, а именно по боссам. Я, наверное, буду вот записывать, как я убиваю боссов. Оп, нахуй. Оп, нахуй. Самый легкий босс для меня второй был. Я говорил, нет? Я его со второй попытки убил. На, нахуй. Готов. Давай, опять ждем. Опять ждем. Нет, это не наш. Смотрите, видите, фиолетовой магии кидается вон-вон вдалеке. Вот то наш. И к нему надо как-то добежать. Видите, я даже по сторонам не оглядываюсь. То есть я не вижу, кто по мне что стреляет. Видите, просто прыжками пытаюсь мансить. Давай, давай. А, блядь, ебаш. Давай, давай, давай. Просто зажимать надо, пока у него копии не уйдут. Вот-вот. На лоу хп уже босс наш. На лоу хп буквально. А ну-ка. Опять. Это не наше, это не наше. Смотрите. Вон наш, видите, впереди, который самый дальний. То есть мансуем как-то прыжками, видите, мансуем нормально. Давай просто в зажим его, просто подходим и в зажим ебашим. На нахуй, на, просто в зажим, блядь. Просто я не верю этому. Послушайте, что я сказал. Пиздос, пацаны, бля, вот это пиздос вообще, я ебал эту игру. Мне уголь заебись дали, уголь восстановлен, уф. А так ничего полезного особо и не выпало. Пиздос. Кстати, да, пиздос, пиздос.